По данным Управления экономики, крупные и средние предприятия в Анапе продолжают развиваться. Объемы производства растут. Многие анапчане смогли найти работу в санаторно-курортном комплексе. Предпринимательская активность в муниципальном образовании продолжает оставаться одной из самых высоких в Краснодарском крае. Численность хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 октября 2018 года составила 11 335 единиц, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Увеличилось и число рабочих мест. Предприниматели сотрудничают с Центром занятости населения и принимают участие в ярмарках вакансий. На них анапчане проходят собеседование и могут рассмотреть несколько вариантов трудоустройства. Ярмарки проводятся и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Постановлением администрации муниципального образования курорта Анапа утвержден перечень предприятий, в котором установлены квоты для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы на 2018 год. В исполнении постановления 239 предприятий создали 695 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Через Центр занятости в 2018 году работу нашли более 5000 анапчан. Руководители предприятий, предоставляющие места особой категории граждан, были отмечены благодарностями администрации города. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.